как же я люблю этот летний сезон ягод, клубники, это просто объедение, и стараюсь по максимуму готовить различные вкусняшки. Привет, дорогие друзья, с вами как всегда Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня мы будем готовить чиа-пудинг. Точные пропорции я напишу в конце или в описании этого ролика. Чиа я подготавливаю еще с вечера, но на самом деле это нереально простой рецепт. Я беру 200 грамм обычного белого йогурта без каких-либо добавок. Я беру 1,6% жирности и добавляю сюда 20 грамм зерн чиа. Вы знаете, вот эта пропорция именно та, которая мне нравится. Если добавить больше, будет слишком много этих зернышек. Если добавить меньше, то пудинг получится таким жиденьким. Все хорошо перемешиваю и отправляю на ночь в холодильник. Если у вас нет времени, вы хотите быстро полакомиться таким десертом или, точнее, блюдом полноценным, тогда можно залить горячим молоком. Очень часто используют кокосовое молоко, тоже вкусно, но лично мне все-таки больше нравится на йогурте. И вот каким густым на утро стал йогурт, чиа уже набухли и получается вкусняшка. Дальше берем один спелый банан. Я советую использовать именно спелый, так как он более сладкий и вкусный в этом десерте. Переминаю все с помощью вилки. И дальше добавляем мою любимую клубничку. Нет, клубники подойдут абсолютно любые ягоды, и можно даже клубнику не добавлять. Этот десерт еще безумно вкусный с пюре манго, это просто объедение. Но сейчас сезон клубники, это более доступно и, поверьте, ничем не хуже. Можно все сразу же нарезать кубиком. Я же делаю несколько ломтиков клубники, нарезаю вот таким вот образом для украшения. И собираем наш десерт, точнее завтрак. Я вот такие пудинги готовлю на завтрак. Эту пропорцию я предлагаю вам на 2 порции для взрослого человека. На дно стакана выкладываю немножко пудинга. И дальше идет пюре банана. Друзья, добавки вы можете использовать абсолютно любые. Снова такие чиа. И я выкладываю вот так вот клубникой. Но этот момент можно упустить, просто добавить нарезанных ягод. В серединку добавляем кубики клубники, снова банан. Если вы не едите банан, я очень часто еще с вечера добавляю в эту массу мед, например. Ну, в общем, здесь уже работает ваша фантазия. Последний слой чиа, украшаем по желанию, и все, друзья, готово. Мне очень нравится добавлять сюда еще орешки. Вот такой простой, питательный, очень вкусный завтрак, десерт. Я не знаю, друзья, если хотите порадовать своих близких чем-то необычным, но простым в приготовлении и очень-очень вкусным, то этот рецептик именно для вас. Я надеюсь, что он вам понравился. Если же так, подписывайтесь на канал, не забывайте о колокольчике. Также я с нетерпением жду ваши фотоотчеты. Вам не сложно, а мне очень и очень приятно. Пока-пока!